Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь. В этот знаменательный день глава государства вновь отметил высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы. Президент Азербайджана отметил, что наши межгосударственные связи прошли большой путь развития и характеризуются активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двухсторонним и многосторонним форматах, а также плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, что вызывает особое удовлетворение. Подчеркнув весомый личный вклад Александра Лукашенко в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства, глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью будут и далее всесторонне укрепляться и наполниться новым содержанием в интересах наших народов и стран.